Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные, классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Приходит женщина к батюшке и говорит: у меня такая проблема. Купила двух попугаев, хотела их научить разговаривать. Они у меня матом ругаются. Ох, и что же они говорят? Привет, мы две проститутки. Хотите с нами повеселиться? Ой, ужас-то какой! Приноси ко мне! У меня есть два попугая. Я их научил Библию читать, Богу молиться. На следующий день приносит она своих двух попугаев. Сажают они в одну клетку. И эти два попугая говорят: привет, мы две проститутки. Хотите с нами повеселиться? Один попугай говорит: Гоша, бросай Библию! Наши молитвы услышаны! Свекровь жалуется невестке: ой, да все у нас хорошо, да вот только стены не побелены. А невестка говорит: ну, а белила-то есть? Да есть белила, только вот кисточек-то нету. Невестка хитрая, все продумала. Побежала к свекру, отрезала ему бороду, сделала кисточку, все побелила в доме. Она опять: да все у нас хорошо с дедом, да вот только окна не покрашены. Невестка: ну, а краска есть? Есть краска, только вот кисточек-то нету. Невестка снова побежала к свекру, отрезала ему усы, сделала кисточку и покрасила все окна. Вечер. Сын возвращается домой, смотрит, а на дереве отец сидит. Он ему: бать, ты чего на дереве-то сидишь? А он говорит: ой, сынок, бабы собрались блины печь, а я не знаю, есть у них яйца или нет. Разговаривают три подруги, и одна говорит: девчонки, у меня такой парень, как Порш, быстрый, мобильный, динамичный. Вторая: но у меня-то как Ягуар, мускулистый, элегантный, красивый. Третья говорит: мой, как запорожец, без отсоса и подсоса не заводится.